Продолжаю тему безопасности на дорогах. Порядка 40 тысяч жителей республики с начала этого года зарегистрировали свои автомобили и получили права. Водителей в Чувашии стало больше, возникла необходимость в открытии нового пункта для регистрации машин. Он заработал недавно вблизи поселка Лапсара. Сегодня возможности этого центра продемонстрировали журналистам. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Новый пункт регистрации автомобилей Чебоксарам и действительно необходим. Он должен сократить очереди, отмечают в ГИБДД. Раньше поставить свою машину на учет было возможно в трех государственных отделах. Подразделения из Альгешева и Лапсар теперь расположились под одной крышей на федеральной трассе М7. И грузовой транспорт отдельно у нас находился на регистрации, легковой. А сегодня все это в общем регистрационном подразделении. Также для нашей республики она необходима, потому что и жители нашей республики, проезжая или проезд транспорта, сегодня Российской Федерации, имеет право зарегистрироваться в нашем регистрационном подразделении согласно требованиям приказа. В новом пункте открыли сразу 15 регистрационных окон. Поставить автомобиль на учет здесь возможно меньше, чем за 30 минут. В ГИБДД продумали до мелочей вопросы обслуживания клиентов. Сервис европейский. Для водителей здесь создали зоны для отдыха и кафе, для их детей игровые уголки. Но в перспективе этот пункт должен стать многофункциональным. В будущем они предлагают здесь же запустить линию государственного технического осмотра. То есть тоже компания здесь будет. То есть людям было удобно пройти технический осмотр и сразу получить страховку, как мы видим, она все здесь имеется, вы сегодня можете посмотреть. Также для осмотра транспортных средств в зимнее время для нас предусмотрен длинный, специальный, гараж, вы видите тоже, где будут осматриваться все транспортные средства, которые будут выявляться с нашим прибором, и в случае возникновения здесь и будет находиться автоэкспертиза. Водители уже оценили преимущества нового пункта. Водители со стажем говорят, раньше для того, чтобы поставить свое авто на учет, приходилось занимать очереди с самого утра. Приходилось рано-рано вставать, прийти, записаться в очередь. Там была своя общая тетрадь, была толкотня. Ругались, в прямом смысле ругались. Я сюда пришла заменить государственные знаки. Здесь все сделали очень быстро и удобно. Я уложилась за 15 минут. Здесь много приемных окон и делают все очень быстро. Новый регистрационный пункт заработал недавно. В ближайшее время его территорию необходимо благоустроить. С открытием нового пункта регистрации автомобилей встал вопрос и обеспечения безопасности водителей. В ближайшее время на трассе М7 необходимо установить новый светофор. В ближайшее время регистрационный пункт должен стать и своеобразным учебным центром. Здесь планируют разместить специальные стенды для обучения детей азбуке дорожной безопасности. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика.